Насколько вы чувствуете попытки вмешательства в наши выборы? Ну, даже не столько мы и чувствуем, и знаем, и работаем в этой ситуации уже давно, поскольку подготовка к тому, чтобы снести наши выборы, началась задолго до избирательной кампании. И очень серьезные центры на это работают, очень серьезные программы. В ЦИКе или кто-то отслеживает, откуда идут? Естественно, если, извините, так называемая знаменитая карта нарушений, да, одной из организаций, которая признана иностранным агентом, и которая требует от правительства, от государства российского, от Центральной избирательной комиссии, от избирательных комиссий прозрачности. Сами работают абсолютно в черной или серой зоне. Где они получают зарплату, неизвестно. И когда мы авторам, тем, кто считается владельцами этого карты нарушения, даем информацию официальную, что вот это неправда, вот это нет, это не соответствует действительности, поправьте. Они не могут это сделать, потому что где у них находится сервер? Сервер, добротно защищенный, находится в Калифорнии.